Ну, я вижу конструкцию Нама, это по имени, что я знаю. Давайте разберем Санхи сначала. Так, что тут может быть? Виндхьяха. Да, здесь, скорее всего, Санхи. И Пакшираджо тоже. Так, Пакшира. Джа, что здесь было? Ага. Тоже, ага. Все? Или еще где-то есть? Так, а вот Читраварну. Ну да, тут у нас везде одинаковые санки, даже как-то интересно. Так, давайте попробуем определить падежи или найти глаголы. Так, асти Удобнее. есть? Так, это мы уже сказали, что-то у нас по имени. И в первом предложении тоже есть нама по имени. Большая мама. Так, асти, что это? Есть. Есть. Так, вот тут тоже еще по имени. Гири, это гаражи, по-моему, Гора, замечательно. Какой падеж? наверное, имительный. Да, просто гора. Ой. Да, получается, по имени гора, да? Нет, по имени, вот по такому имени. Нама, оно стоит после имени. Получается, гора по имени Видхия. Да, Виндхья. Она, наверное, даже как-то переводится. Да, Марцис Юрьевич? Вы изучали Я все? кровожадно смотрю на эту гору и думаю, не дойду уже до разбора имен. Нет. Так, у нас тут в первом предложении еще есть Джамбудвипе. Что это такое? Не знаю, что такое. А какой падеж? Похоже, либо местный, либо винительный. Есть еще у кого-то такое окончание винительное. Это нужно род узнать, какой. Ну, винительный только второго двойственного числа, но вряд ли тут у нас что-то двойственного числа, потому что, в общем-то, скорее всего, все-таки где она есть, гора по имени Виндхи, она у нас есть вот в этом месте. То есть это у нас местный падеж, как правильно сказали. Так, и что это такое за слово? Это простое или сложное? Сложное что-то какое-то все. Сложное, где мы его разделим на две части? Ну, попробуем хотя бы разделить. Может, не получится. Может, получится. Предложения есть какие-то? Ирина, может, вы подскажете, где мы можем разделить это слово? Если включите микрофон, мы даже вас услышим. Ольга, какие-то предложения есть? Как, что такое джамбудвипе? Джамбул и тире двипе. Да, вот тут вот попробуем поделить. И как это будет у нас переводиться? Где? А двипа это не дверь? Я не помню. Давайте смотреть. Да. Давайте. Смотреть можно прямо вот в такой вот форме посмотреть. Я в последнее время подсела на... Сейчас покажу на что. Человек-паук. Нет, это ребенок смотрел. Мы не ожидали, но как бы охотно верим. Так. Вот тут вот я люблю смотреть. Татьяна подсела на австралийскую разработку. Да. А Вот тут что это за словарик такой? Я первый это раз вижу. словарь, скажем, агрегатор,
в котором помимо кёльнских словарей есть еще несколько уровней наслоений, в том числе грамматический анализ, зачатки грамматического анализатора. Да. Вот он предлагает, что это за форма. Вот было предположение, что это у нас аккузатив, но двойственное число вот тогда это будет. Ну, так или иначе, все равно это у нас от Двипа. Двип – это локатив, похоже? Да. Судя по окончанию. Это у нас остров. А, остров. Угу. Остров. И что за остров? Джамбу. Джамбу, может быть, это... Санскрит дикшнери именно тем, что он может опознать падеж, Таня, или чем? А мне он понравился тем, что тут есть ведабейс. То, что тут мне сразу показывают, где есть багово там вот есть. Вон оно что. Да. Джамбо. Ну и все словарики заодно. Вот и амаракоша даже есть, синонимы дают. Оказалось, что среди всех работ... Амаракоша – это самая цитируемая работа вообще во всей индийской комментаторской литературе. Кстати. В общем, Джамбу. У нас есть вот тут куча всяких разных вариантов. Даже Rose Apple Tree. Розовое яблоневое дерево. Я слышала, что это ежевика. Нет, это не ежевика, это конкретное дерево, но вроде не ежевика. Вроде не ежевика. Ну, в общем, вот какое-то это дерево. Так или иначе, главное, это что это какое-то дерево. И вот это остров, на котором растут вот эти вот деревья джамбу. То есть остров этих деревьев. Как думаете, с каким падежом будет вот это вот согласование между частями? Родительный, наверное. Родительный, да. Попробуйте сказать остров деревьев джамбу. Нам нужно джамбу поставить в родительный и множественный, множественное число. Это окончание на у получается? На у. У вас тут уютно. Я вас покину. Спасибо. До свидания. До свидания.